что ж, дорогие друзья, именно этот номер «Нич перед Рождеством» дал шанс и дал понять всем участникам нашего шосткинской нашей команды о том, что они прошли в финал. Но до финала тоже нужно добраться. И пока мы будем добираться до финала, нам в этом помогут участники наших творческих коллективов. На сцене участники народного ансамбля танца «Джерельцы», которые приглашают всех вас в волшебную страну. С кем водятся волшебники, с кем
бального танцю реверанс Яна Бочек та Денис Волков дарують вам музику кохання. Жерельце та їх біла в'юга.
Ансамблю «Сюрприз» Поліські розваги.
всіх вас 25 грудня. Нагадаю, 100 шосткінських танцюристів знаходяться у Сумах, де намагаються відвоювати звання кращих колективів Сумщини. На момент, когда нужно было танцевать третью композицию, расклад, в общем-то, был достаточно понятен. И все зависело от того, насколько шосткинская команда сможет собраться и, что называется, выстрелить своим третьим финальным номером. Было очень непросто. Здесь, на сцене, ребят окружают друзья, коллеги по хореографическому цеху. А там были исключительно соперники. И еще группа поддержки от Шостки, которая бесконечно верила в свои коллективы, в своих детей, верили в них и в свои руководители. И таким образом молодь Сумщины сделала все для того, чтобы стать победителем Дэнфеста. И сейчас хореографическую композицию «Будущее Сумщины» представляет команда Шостки. Шар и летс гоу! There's something really curious about this broadcast. Thank you.
Академія сучасного танцю «Шарм», ансамбль сучасного танцю «Let's Go» і керівники колективів Ірина Домащенко, Сергій Коваленко, єдина команда «Шостки», яка зробила свою справу, ще раз довівши, що «Шостка» – це справжня кольцювальна столиця Сумщини, якій підкорюються будь-які жанри хореографії.